Приветствуем всех любителей моря и путешествий на нашем канале Сериалити. Сегодня мы вам покажем сайт для снорклинга и дайва, который называется The Islands или Острова. Мы нашли это место по карте, взяли такси в стиле Дахаба, очень прикольное, и помчались дружной компанией смотреть обещанную красоту. 0 км/ч. Ой, выпустите нас из дурдома. Привет. А забери эту сумку, блин. Нет, ты не поднимешь, она такая тяжеленная. Женя, вынеси сумку, блядь. Блин. Шауэр и туалет есть. Вот это this island. This island. А, I see, two island, да. Два острова, видишь, за этим? Yeah. Вот они, первый. Знаешь, ты сказал, что мы можем у него оставить вещи? А, ну давай, да, потом чайку возьмем у него, эту обидуемся. Этот дайв-сайт очень удобный для снорклинга, потому что там небольшая глубина, всего лишь до 20 метров. Однако самые красивые маршруты проходят на глубине от 6 до 10 метров через великолепные коралловые сады. Действительно великолепные по красоте кораллы, которые образуют пирамиды, башни, гроты, много арок. Ты плывешь как будто по каким-то аллеям между деревьями, холмами и ущельями. Очень красивый ландшафт самого сайта. Однако, что нас удивило, абсолютно нет никакой живности. Крайне мало рыбы и практически нет больших рыб. Такое ощущение, что ты погрузился в великолепный аквариум необыкновенно красивыми кораллами, из которого достали всех рыб. А сейчас вы видите рыбу-клоуна. Эта рыба стала известной благодаря мультфильму «В поисках Немо». Сейчас вы видите морских ежей. Если быть неаккуратными, они могут впиться в пятку, поэтому надо быть аккуратным и соблюдать меры безопасности в море. Сейчас вы видите морского огурца по имени Саня. Саня любит ничего не делать, просто валяться на кораллах. А это уже брат Сани, его зовут Лёха. Я не знаю, кто это, если знаете, напишите в комментариях. То ли это какая-то морская змея, или какой-то шуперсосминога, то ли вообще мурена. Может, вообще какой-то хвост ската? И не знаю. Если знаете, обязательно напишите в комментариях под роликом.